Здравствуйте, друзья, с вами снова внеочередной выпуск программы «Бункер», которую мы снимаем сегодня не на студии Marula Production, но мы туда вернемся, а снимаем, так сказать, в осенних бельцах. Мы ходим сегодня по городу, как и в прошлом нашем выпуске. Мы – это я и мой друг и оператор Корнел. Сегодня у нас тоже программа, посвященная летнему празднику, Дню независимости Молдовы. В этом году все-таки у нас прошел очень солидный День независимости. Было много интересных гостей. В прошлой программе мы делали обзор бельчан. Ну а в этой программе мы сделаем обзор звезд, которые были у нас, вернее, радовали своим творчеством на День независимости. Итак, с вами программа «Бункер», и сегодня обзор звезд, которые выступали на День независимости в бельцах. Поехали! Да, вот, друзья, вы знаете, вроде как все готовятся к лету весной для того, чтобы быть в хорошей форме. А я вот почему-то, не знаю, решил подготовиться к зиме вот таким вот образом. Ну и тем не менее мы продолжаем. Итак, первые ребята, которых бы я хотел бы сегодня вам рассказать, которые лично нравятся мне своим выступлением, своим задором, это Брио Сонорес, которые радуют нас своим творчеством. Ребята уже не в первый раз выступают в бельцах, они выступают на Новый год, выступали у нас и во многие другие праздники. Отличные голоса, настоящий, интереснейший, мальчиковый, так сказать, бой-бенд нашей страны. Мне лично очень нравится и рекомендую вам посмотреть. И было прекраснейшее их выступление на День независимости у нас в бельцах. Маленькое интервью с ними и их выступление. Ну, а я продолжаю приводить себя в порядок, чего я вам рекомендую. Ребят, ну, говорить о том, что вы хорошо выступили, значит не говорить ни о чем. Каждый раз ваше появление в бельцах – это феерия. Но все-таки каждое выступление ваше чем-то отличается для вас лично. Что сегодня было интересного на сцене, ваши эмоции, впечатления, все-таки День независимости? Мы каждый раз стараемся добавить еще больше огня в наше выступление, почувствовать публику как можно лучше. Публика в бельцах, как всегда, супер. Мы этому очень рады. А мы только подтверждаем. Две новые песни приготовили специально для сегодняшнего дня. Мы спели, публика реагировала очень хорошо, мы очень рады. Вам спасибо, бельцы! И каждый раз, когда мы поем в бельцах, это как первый раз, это удовольствие для нас. Ну, вы не поверите, мы тоже это замечаем. Ну а поскольку сегодня праздник, ваши пожелания, ну, наверное, вся Молдова празднует, то тем не менее, ваши поздравления бельцам. Пусть люди будут счастливы. В каждом год все больше и больше, пусть растет на этой земле виноград, пусть плодятся люди, и все будет супер. Все ясно стало.
встречи с тобою, вез я где-то куза моя, знаю, это было нельзя, все на свете было нельзя, не напрасно было. Сказки с прикулами, все мне ясно стало тебе. Столько лет я вспомнил с тобой, ради этой свечи с тобой. Вез я где-то за моря, знаю, это было нельзя. Все на свете было нельзя, не напрасно было. Все-таки мои упражнения. Ну что ж, друзья, мы продолжаем. Конечно же, какой день независимости без национальной, без такой зажигательной молдавско-балканской музыки, которую нам на день независимости подарил Валентин Узун. Но на День независимости он выступал как бы в составе оркестра «Тармис». Отличные ребята, зажигательная музыка, все-таки балканщина – это то, что близко лично мне, ну и, наверное, каждому большинству жителей Молдовы. Это действительно настоящий такой вот зажигательный напор, это музыкальный вал, это мелодии, это та музыка, балканщина, которая заставляет, наверное, заставить двигаться любого человека на свете. Итак, Валентин Узун и оркестр «Тармис». Сегодня День независимости Республики Молдова. И какой праздник без национальной, без народной, балканской, молдавской музыки? Скажите все-таки, День независимости, выступать в Бельцах. Каково вам сегодня было? Очень приятно. Очень много людей собралось. И настолько душевные. Люди пели вместе. Очень приятно. Вот скажите, был фидбэк настоящий от нашей публики? Конечно, был очень большой фидбэк. И мы сегодня презентовали новую песню в честь нашей республики, и люди приняли очень красиво. То есть скажите, есть все-таки та нотка патриотизма здесь, в Бельцах, хотя ведь про нас ходят разные слухи? Я думаю, что по всей Молдове есть нотка патриотизма, в том числе и в Бельцах. Зимы, știți, am pregătit special pentru ziua aceasta o piesă dedicată Moldovei noastre, tuturor oamenilor care trăiesc în acest frumos plai. Și acum vreau să invit în scenă un copilaș frumos, care este fiica mea, pe Amelia Uzun. Și vreau în premieră, astăzi, să cântăm aici cu toții. Noi avem pregătit și un videoclip pentru toată lumea. Piesa se numește Moldova mea. Asemănări n-ai cu altcineva, pentru că ești cea mai frumoasă. Moldova, plai neprețuit, îmbracă-te în straie de mireasă, pentru că ai iertat prea mult, azi ești al cerului aleasă. Moldova mea, Moldova mea aleasă, ești binecuvântată al cerului mireasă. Moldova, ce bogată ești, prin ceea ce-ți poartă lume faima, prin toate rugăciunele cerești, ești cea mai iubitoare în lume, mama. Pământ dorit din câte ai pătimit, ai rămas imit.
veșteșiei, pentru că tot ce ți-ai dorit în dragoste să-ți crești copii. Moldova mea, Moldova mea, lăsă, ești binecuvântată al cerului. Și viață, azi ești din straie împărătei, azi ești al cerului mireasă. Moldova mea, Moldova mea, Moldova mea, lăsă, ești binecuvântată al cerului mireasă. Moldova mea, Moldova mea, lăsă, ești binecuvântată. Vă mulțumim din suflet! Ах, березка русская о России матушке нам напоминает. Это такая маленькая подводочка под следующего героя нашей программы. Конечно же, своим творчеством нас порадовал на День независимости Ирина Круг. Это супруга безвременно покинувшего нас Михаила Круга. Вы знаете, я ожидал нечто какого-то, наверное, пародия на творчество, но я был приятно удивлен тем, что действительно Ирина отличный артист, она отличная певица, хорошо поет, очень душевно, и ее отношение к зрителям, когда она вышла, к зрителям, даже вот покажем кусочек этого, вот видите, действительно, это просто умопомрачительно, очень мало артистов такое делают. Это действительно было очень замечательно. И вы знаете, в отличие от многих артистов, которые отказались нам давать интервью, Ирина очень хорошо, очень, я бы так сказал, душевно нас приняла. Итак, Ирина Круг, гость нашего города, которая порадовала нас своим творчеством на День независимости. Смотрим. Сегодня день нашей независимости. Скажите, каково вам сегодня вам было выступать здесь, в Бельцах? Был ли фидбэк? И, по-моему, вы первый раз. Вы знаете, я в Бельцах впервые, но в мае я уже была. У вас посетила другие небольшие города. Я просто потрясена. Это такая любовь, вообще у меня мурашки. То есть чувствовался, да, этот фидбэк от публики? Спасибо вам огромное за вашу любовь, искренность. Это очень чувствуется. Я очень благодарна. Мне очень приятно. Большое спасибо. Для меня это неожиданность огромная. Для нас тоже. А скажите, после этого выступления вы еще к нам приедете? Всегда. Ну и ваши пожелания бельчанам, жителям Молдовы в наш праздник, День независимости? Я хочу пожелать им самое главное, это, наверное, здоровье, взаимопонимание в ваших семьях, конечно же, любви. Берегите друг друга. Счастья всем. Тебе моя последняя любовь. Ложу в конверт чуть пожелтевший снег. Наивный взгляд, приподнятая бровь. И губ не зацелованы изгибы. Храни его на
письменном столе, где ноты неоконченных мелодий. Скажи всегда ревнующей жене, ее прическа вот уж год не будет. И давность фото явно подтвердит. Загадка глаз, как у Марины Влади, что этой девочке давно потерян след. А фото так, из юности привет. Храни его на письменном столе, где ноты неоконченных мелодий. Скажи всегда ревнующей жене, ее прическа вот уж год не в моде. Завершим мы наш сегодняшний обзор классными, прекрасными ребятами. Ну, Фрать Ромынь, которых знает практически вся планета. Это наши друзья из соседнего государства, из братской страны, братского народа. Это румынская группа Fly Project. Вы знаете, я ожидал другого приема, но как и многие в бытность свою, когда я выступал в Румынии, все-таки действительно это оправдывается. Там действительно все артисты очень дружелюбные и очень веселые ребята. Что и доказали ребята из Fly Project. Ребят знает весь мир. Даже я в своем отрочестве рос на их песнях. Это просто, ну, наверное, бомба лично для меня внутри была. И то, что они дали мне интервью, и увидеть их выступление. Маленькое интервью с ними. Очень такое, знаете, зажигательное. Ребята вообще просто раскованно взяли микрофон, сами все сказали. И, ну, вообще очень круто. И выступление, и сами ребята. Fly Project. Смотрим. Fly Project nu e prima oară în Moldova. Pentru Fly Project, practic, Moldova e România 2, e acasă. Și pentru noi foarte mulți ani Moldova a însemnat a doua casa noastră. Nu vreau și nu vrem sub nicio formă să o gândim altcumva. Și atunci, faptul că astăzi suntem la Bălți, să felicităm Moldova, nu e decât o onoare foarte mare. La mulți ani, Moldova! Felicitări și vouă de ziua independenței! Ella
amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Ho! Oh, male, a simpala, oh, matela, non ci sa. 1, 2, 3, 4! El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Suena la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Siempre tu amor me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Mai frumoasă urare vine seara asta de la Fly Project, la mulți ani Moldova! De fiecare dată vă jur, vă jur că de fiecare dată, de atâția ani de zile, de 14 ani de zile de cât cântăm în Moldova, de fiecare dată ne simțim fix ca în a doua casa noastră. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, în momentul ăsta nu facem un concert. În momentul ăsta facem cea mai mare petrecere din Moldova! Mai tare!
Sumare! Palmele față, să vedea foarte frumos, sus, mai înainte! Batem două câte două! Doi, trei și... Ну что ж, друзья, это вот такой вот был наш обзор по звездам, которые выступали у нас. Конечно же, да, не все. Я бы с удовольствием взял бы интервью у Софии Михайловны Ротару, но, к сожалению, эта прекрасная певица, которую я очень люблю, творчество которой мне очень нравится, не давала интервью. Ну, раз не давала интервью, значит, и показать мы не можем в нашей программе. Но, тем не менее, те четверо, которых мы сегодня осветили, я считаю, что это было очень и очень зажигательно и интересно. Большое спасибо организаторам, которые все-таки уже не один год радуют нас вот такими праздниками. Действительно душевно, действительно чувствуется такой вот, я не знаю, в душе огонек. Мы сегодня осенью, в эту прекрасную осеннюю погоду, вспомнили о лете. Программа «Бункер» продолжается. Смотрите нас на телеканале БТВ. Остальные серии мы будем снимать на студии Marula Production. Я и мой друг Корнил прощаются с вами. Оставайтесь все равно, ждите следующих выпусков. Пока! Rich.